Ансамбль танца имени Фази Гаскарова вышел на улицу и станцевал вместе с уфимцами. Флешмоб в парке Ленина стал частью челленджа, который коллектив запустил в соцсети летом. Кто откликнулся на призыв, расскажет Маргарита Гафарова. Один. Показать, как надо. Два. Пригласить в свои ряды всех желающих. Три. Отрепетировать подсчет. И вот уже танцуют все. Профессионалы и любители исполнили вместе фрагмент легендарного танца «Гульназира». Флешмоб состоялся в парке Ленина. Некоторые пришли специально, кто-то мимо проходил, присоединились и студенты, занимавшиеся рядом на уроке физкультуры. Давно хотела с ними вот увидеться глаз на глаз. Это вообще офигенно. Прямо. Мне очень понравилось. Я словно как-то немножко окрылилась. Мне хочется танцевать. Спонтанно, необычно такое хорошее мероприятие. Для саморазвития самое то. Ну а я народник, я все это знаю, сколько лет танцую. И мне как бы это привычно, но приблизиться к Гаскарову для меня это как, ну, можно сказать, честь, что ли. Готовить участников гаскаровцы начали заранее. В течение месяца размещали видеоуроки, в которых обучали элементам башкирского мужского, женского и парного танца. Первую связку и исполнили на встрече в парке. Люди заинтересованы, им интересно, и поэтому им не оказалось сложно повторить движение. Хотя это классика башкирского танца. И они смотрели на нас зачарованными глазами и за нами повторяли. Поэтому прошло все на таком легке и прекрасно. Интернет-флешмоб гаскаровцы запустили летом. Разместили в соцсетях ролик, в конце которого призвали всех показать свой танец. И в ответ полетели видеозаписи из разных уголков республики. Откликнулись даже из Москвы и Канады. В числе участников творческие коллективы и любители самого разного возраста. Флешмоб продолжается. В соцсетях ансамбля будут и дальше появляться видеоуроки. Правда, уже посложнее. Для тех, кто уже немного знаком с башкирскими танцами, возможно, уже занимается в самодеятельном коллективе, там уже будет немножко другого формата уроки. Будем указывать и на ошибки, какие обычно допускают танцоры именно самодеятельных коллективов. Да, например, будем подсказывать какие-то элементы, что нужно как лучше исполнить. Да и свое видео в ответ на призыв выложить еще не поздно. Главное, не забудьте добавить хэштеги «Минбе». Я танцую башкирский танец и я учу башкирский танец. Маргарита Гафарова, Рамзиль Мигранов, Россия Культура, Башкортостан.